Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть в Току Бока. Создавать персонажей. Так, сделаем подростка такого. Поменяем цвет кожи. И поменяем волосы, потому что вот эти вот кудряшки какие-то не очень красивые. Вот в женском разделе, потому что мы будем девочку делать. О, смотрите, вот эти красивые волосы. Сделаем цвет коричневый такой. Только чуть светлее. О, красиво. Волосы. Волосы сделали. Глаза. Будет улыбаться, конечно. А что, нам грустненькая? Не надо. Поменяем цвет носа, потому что под кожу нужно. Так. Брови какие-то нужно красивые найти. Нет, это не красивые. Давайте. Ого, вот эти вот красивые. Так, поменяем под цвет волос, конечно же. Ручек поменяем. О, вот тут, смотрите, какая смешная. Веснушки. О, вот эти прикольные. Цвет веснушек нормально подходит, в принципе, да. Щечки. Розовенькие сделать нужно. Смотрите, как красиво. И нужно поменять ей одежду. Полистаем, посмотрим, как красивенько. Нам нужна красивая одежда. О, смотрите, какая красивенькая. Ей, по-моему, подходит. Оставим. И нам нужна подходящая шляпка. Красивенько, чтобы было. Вай, смотрите, как прям под комплектик. Как будто бы шло. Так и есть, кстати. Один комплект. Во. Вот это или это? Давайте вот это оставим. Может, очки какие-то подойдут, кто знает. Вот эти красивые, в принципе. О, смотрите, леопардовые. Такие. Прям. Не, это не очень подходит. Давайте в этом разделе. О, во, вот это прям как будто бы под комплект один. Реально. Давайте эти посмотрим. Красиво. Давайте оставим вот эти. Очень красиво. Так, ну что, ребята, такой вот красивенький персонажик Тедди у нас получился. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока!